Nozīmē, ka mēs esam nodzīvojuši nedēļu. И мы её прожили не зря. Un mēs neesam to nodzīvojuši velti. Потому что мы снова в церкви. Jo mēs atkal esam draudzē. И снова можем прославить Господа. Un atkal varam slavēt Kungu. И мы здоровы. Mēs esam veseli. И мы живы. Dzīvi. И наши руки аплодируют ему. Mūsu rokas aplaudē viņam. И наши голоса поют ему. Mūsu balsis dzied viņam. А значит, мы поклонники. Un zini, mēs esam pielūdzēji. И Господь говорит: "Я ищу". Un Dievs saka: "Es meklēju". Истинных поклонников. Истинных пилудзеев. Здесь на земле. Шейту ши зэрис. Зачем? Кадэль. Чтобы потом Лэ пэц там, нам быть с вами восхищенными на небо. Мэс варату бут дебесис. И заниматься этим круглые сутки. Un nodarboties ar to cauru diennakti. Если ты веришь в это, ja tu tam tici, если ты знаешь, что ты будешь там с Отцом, ja tu zini, ka tu и с ангелами прославлять Его, un ar воздай слава слава Господу. Tad dod viņam аплодисменты. Аллилуйя! Знаете, я очень рада быть на этом месте. Ziniet, es esmu ļoti priecīga šeit būt. У вас действительно сверхъестественная атмосфера Царства Божьего. Jums šeit ir pārdabiska Dieva valstības atmosfēra. Светло. Gaiši. Солнце светит. Saule spīd. Радость. Prieks. И такое ощущение, как будто вообще никаких забот и проблем нет. Un tāds sajūt, ka nekādu raižu un rūpju nav. И Вентспилс самое благословенное место на земле. Un Вентспилс ir pati svētītākā vieta pasaulē. Amen. И знаете, сегодня Un, ziniet, šodien, мы с вами будем говорить о очень важных вещах. Mēs runāsim par ļoti svarīgām lietām. Они в первую очередь важны не только для нас. Un, pirmkārt, tās nav svarīgas tikai mums. Но в первую очередь мы всегда должны говорить bet, mums vienmēr ir jārunā о том, что нравится нашему Господу. Par to, kas patīk mūsu Kungam. О том, в чем он находит удовлетворение, tajā, kur viņš saņem šo lapatiku, какими он хочет видеть нас, un kādus viņš vēlas redzēt mūsu, потому что он знает, jo viņš zina, что все, что он приготовил для нас, ka visu, ko viņš ir sagatavojis нам содействует ко благу, viss nāk mums par labu, и мы будем счастливы, un mēs būsim laimīgi. Поэтому нет большей радости для нашего Господа, tādēļ nav lielāks prieks mūsu Kungam, когда его дети, kad viņa bērni, исполняют Слово Божье. Piepilda Dieva vārdu. Помните, как он сказал Иисусу Навину? Atcerieties, kā viņš teica Jozuā. Будь твёрд и мужественен. Esi твёрд и мужественен. Spēcīgs un vīrišķīgs. В общем, будь твёрд и мужественен. Esi spēcīgs un vīrišķīgs. Не страшись. Nebīsties. Не ужасайся. Nebaidies, nenobīsties. Того, что ты можешь увидеть. No tā, ko tu vari ieraudzīt. Потому что я Господь Бог. Jo es tas Kungs. С тобой. Esmu kopā ar tevi. Это самое важное. Un tas ir pats galvenais. Когда Господь Бог. Kad Dievs tas Kungs. С нами. Ir kopā ar mums. У нас нет причины. Tad mums nav iemesla. Страшиться. Bīties. Или ужасаться. Vai šausmināties. Мы можем только радоваться. Mēs varam tikai priecāties. Потому что любой наш враг. Jo jebkurš mūsu ienaidnieks. Он уже в самом начале. Viņš jau pašā sākumā. Побеждён. Ir uzvarēts. Потому что нет ничего. Jo nav nekā. Сильнее нашего Господа. Spēcīgāka par mūsu Dievu. Мы должны это всегда держать в фокусе. Un mūsu vienmēr uz to jāfokusējas. Нет ничего. Nav nekā. Никого. Neviena. Сильнее нашего Господа. Kas būtu spēcīgāks par mūsu Потому что Он сотворил этот мир. Jo viņš radīja šo pasauli. И Он контролирует все. Un viņš kontrolē visu. И когда нам говорят. Un kad mums saka. Дьявол это. Vēlns tavo. Дьявол то. Vēlns šito. У меня долги. Man ir parādi. У меня враги. Man ir ienaidnieki. На меня наколдовали. Uz mani uzbūra. Я несчастный. Es esmu nelaimīgs. Это всего лишь ложь. Tie tikai meli. Которые ты можешь поверить? Kuros tu, kuriem tu vari noticēt? Но ты не должен нее верить. Bet tev nav tiem jātic. Когда ты знаешь. Kad tu zini. Что есть Господь Бог. Ka ir Dievs. Ребенком, которого ты являешься. Kura bērns tu esi. И с таким отцом. Un ar tādu tēvu. Тебе нечего бояться. Tev nav kā bīties. Тебе нечего бояться. Tev nav kā bīties. Проблемы должны тебя бояться. Проблемам ir jābaidās no tevis. И ты должен быть тем человеком. Un tev jābūt par to cilvēku. Который приходит. Kurš atnāk. Там, где проблемы. Tur, kur ir problēma. Там, где горе. Kur ir bēdas. Там, где неустройство. Kur ir nesakārtība. И туда приходит победа. Un tur atnāk uzvara. Потому что Христос был именно таким человеком. Jo Jēzus bija tieši tāds cilvēks. Когда наш Бог. Kad mūsu Dievs. Пришёл в теле. Atnāca miesā. Единственная его задача. Vienīgais viņa uzdevums. Была показать своей жизнью. Bija parādīt ar savu dzīvi. Что слава Божья. Ka Dieva slava. Приходит туда. Atnāk tur. Куда приходит.
kur atnāk человек, cilvēks, который вносит в себе дух Божий. Kurš nesā sevī Dieva garu. Исаия говорит. Jesaja saka. Дух Господа Бога на мне. Tā Kunga gars ir uz manis. И только поэтому. Un tikai tādēļ. Я помазан. Es esmu svaidīts. Благовествовать нищим. Слудināt nabagiem, отпускать измученных на свободу, atlaist, открывать темницы atvērt и проповедовать лето благословенное. Только поэтому. Tikai tādēļ, только потому, что Дух Господа Бога на мне. Tikai tādēļ, ka tas и это наша основная задача. Un tas ir mūsu galvenais uzdevums. И знаете, когда мы ставим перед собой эту задачу, un, ziniet, kad mēs liekam savā priekšā šo uzdevumu, проповедовать, sludināt, говорить людям, stāstīt cilvēkiem, Слово Божье, Dieva vārdu, приносить атмосферу Божью, atnest Dieva atmosfēru. Кто знает, что говорить иногда даже не нужно? Kurš zina, ka dažreiz pat nevajag runāt? Достаточно принести атмосферу. Pietiek tikai atnest atmosfēru. Помните, когда Иисус переправился на тот берег? Atcerieties, ka Jēzus pārcēlās otrā krastā. И там жил гадаринский одержимый. Un tur dzīvoja apsēstais. Мужчина, в котором жил легион бесов. Vīrietis, kurā dzīvoja leģions ar nelabiem gariem. Легион в древнем Риме. Leģions Romā. Это от 4 до 6 тысяч человек. Skaities no 4 līdz 6 tūkstošiem cilvēku. То есть в нём жило от 4 до 6 тысяч бесов. Tātad viņā dzīvoja no 4 līdz 6 tūkstošiem garu. И когда он вышел к нему навстречу, un kad viņš izgāja viņam pretī, он спросил у него. Viņš viņam jautāja. Он его назвал человеком Божьим. Viņš viņu nosauca par Dieva cilvēku. В другом месте он его напрямую называет сыном. Citā vietā viņš viņu tieši sauc dēls. Он что почувствовал? Un ko viņš sajuta? Он почувствовал дух. Viņš sajuta garu. Он почувствовал, что с того момента. Viņš sajuta, ka no tā brīža. Как нога Иисуса Христа. Kā Jēzus Kristus kāja. Ступила на этот берег. Izkāpa šajā krastā. А может быть и раньше. Un varbūt pat ātrāk. Он почувствовал. Viņš sajuta, что определённая атмосфера. Ka noteikta atmosfēra. Движется к нему. Kustas pie viņa. И бесы. Un nelabie gari. Они знают. Viņi zina. И трепещут перед именем Иисуса Христа. Un trīc Jēzus Kristus vārdu priekšā. Я хочу акцентировать своё внимание. Es vēlos savu uzmanību akcentēt. На слове знают. Uz vārda zina. Бесы знают имя Иисуса Христа. Nelabie gari zina Jēzus Kristus vārdu. Помните, когда эти сыновья, братья, atceraties, kad šie brāļi хотели изгнать бесов, vēlējās izdīt garus, и бесы их побили, по-моему, раздели. Un šie gari viņus sasita un laikam arī izdēra. Ko viņi teica? Мы Петра знаем, mēs Pēteri zinām, знаем, tu pazīstam, вас, ребята, мы не знаем. Bet jūs mēs nezinām. Поэтому, если меня не знают, tādēļ, ja mani nepazīst, мне не обязаны подчиняться. Tad nav, viņiem man nav jāpakļaujas. Если меня не знают, ja mani nepazīst, если человек, который общается со мной, ja cilvēks, kas ar mani kontaktējas, он не знает меня, viņš nepazīst mani, он не знает, на что я способен, viņš nezina, uz ko он не знает, чем я живу, viņš nezina, ar ko es он не знает, какие у меня убеждения, viņš nezina manas pārliecības, я ему просто не нужен. Tad es vienkārši viņam neesmu vajadzīgs. Мы просто незнакомые люди. Mēs vienkārši esam svešinieki. А следовательно, подчиняться? Un tātad pakļauties. Выполнять какие-либо мои указания. Pildīt kādas manas norādes. Тем более он не будет. Vēl jo vairāk viņš nedarīs to. И мы сегодня поговорим. Un mēs šodien runāsim. О признанном авторитете. Par atzītu autoritāti. Наша проповедь так и будет называться: признанный авторитет. Tā arī svētrunas sauksies: atzīta autoritāte. Возможно, кому-то, varbūt kādam, покажется эта проповедь слегка сложной. Šī svētruna liksies sarežģīta. Я вас пойму. Es jūs sapratīšu. Но мы должны понимать одно. Bet mums ir jāsaprot viens. Господь сказал. Dievs ir teicis. Когда уходил отсюда. Gāja prom no šīs zemes. Земли возносился. Pacēlās debesīs. Он дал великое поручение. Viņš deva lielu uzdevumu. Которое заключалось. Kur slēpjas tajā. В том, чтобы идти. Lai ietu. И свидетельствовать. Un liecinātu. Да, он сказал, вы будете изгонять бесов. Ja, viņš teica, jūs izdzīsiet garus. Вы будете исцелять больных. Jūs dziedināsiet slimos. Вы будете делать все то же самое, что делал я. Jūs darīsiet to pašu, и даже больше. Un pat vairāk. Но основным поручением. Bet pamata uzdevums. Было идти. Bija iet. И свидетельствовать. Un liecināt. О чем? Par ko? О чем могли свидетельствовать ученики Иисуса Христа? Par ko varēja liecināt Jēzus Kristus mācekļi? И вот тут давайте разберемся. Un te tiksim ar to skaidrībā. Что такое вообще свидетельство? Ko vispār nozīmē liecība? Свидетельство? Liecība. С юридической точки зрения? No juridiskā aspekta. Это констатация.
Tā ir определённых фактов. Noteiktu faktu konstatāciju. Очевидцами которого? Kuru liecinieki? Был свидетель. Liecinieks bija šo faktu liecinieks. Если я свидетель? Ja es esmu liecinieks. Я что-то видел. Tad es esmu kaut ko redzējis. И когда меня спрашивают? Un kad man jautā? По какой-либо причине? Kāda iemesla dēļ? Что ты видел? Ko tu esi redzējis? Желательно. Tad vēlams. Чтобы я сказал правду. Ka es teiktu patiesību. Просто рассказал? Vienkārši izstāstītu. Что я видел? Ko es redzēju? Тогда это свидетельство правдиво. Tad šī liecība ir patiesa. И только в этом случае оно восстанавливает справедливость. Un tikai tādā gadījumā tā atjauno taisnīgumu. Если человек врёт, ja cilvēks melo, или придумывает, vai izdomā, или фантазирует, vai fantazē, это три разных вещи. Tās ir trīs dažādas lietas. Справедливость не торжествует. Tā taisnība tā neparādās. Amen. Neparādās. Не торжествует. Почему? Kādēļ? Потому что правды нет. Jo patiesības nav. Господь говорит: "Вы должны возвещать истину". Dievs saka, ka jums ir jāpavēsta patiesība. Правда и истина. Patiesība un taisnība. У неё нет двух медалей. Viņai nav divas medaļas puses. Как рассказывает нам дьявол. Kā mums stāsta vēlns. Господь дал закон Божий. Dievs ir devis savu likumu. Он существует 6000 лет. Tas eksistē 6000 gadu. Momenta, no tā brīža. Как вообще он создал эту землю? Kā viņš radīja šo zemi? Она всё так же крутится по этим законам. Tā vēl joprojām griežas pēc šiem Солнце likumiem. Солнце всё так же встаёт. Saule tāpat vēl joprojām ceļās. И над добрыми, и над злыми. Gan uz labiem, gan sliktiem. Милость всё так же обновляется. Ar žēlstību tāpat atjaunojas. Мы всё так же рождаемся и умираем. Mēs tāpat dzimstam un mirstam. Все законы работают. Visi likumi darbojas. Ничего не поменялось. Nekas nav mainījies. Это говорит о том, что правда одна. Tas runā par to, ka patiesība ir viena. Даже в истории человечества. По цивилизации вестуре. Дьявол тебе расскажет. Vēlns tev pastāstīs. Что земля не круглая. Ka zeme nav apaļa. Что она стоит на черепахах. Ka viņa stāv uz bruņurupučiem. И ты сидя в Вентспилсе. Un tu sēžot Ventspilī. В принципе, можешь этому поверить. Sēžot Ventspilī, principā vari tam noticēt. И так и было. Un tā arī bija. У людей не было интернета. Cilvēkiem nebija interneta. У людей не было географов. Cilvēkiem nebija географи. До какого-то момента не было путешественников. Līdz kādam brīdim nebija ceļotāji. И карта региона. Reģionāla karte. Сводилась к соседнему лесу, в который ходили на охоту за грибами. Sniedzās tik tālu kā līdz tuvākajam mežam, kur gāja pēc sēnēm. Поэтому, когда мы являемся очевидцами чего-то, tad, kad mēs esam kaut kā liecinieki, и с нас спрашивают, un no mums prasa, что мы видели, ko mēs esam redzējuši, что произошло, kas notika, что мы почувствовали, ko mēs sajutām, что мы пережили, ko mēs pārdzīvojām, мы должны говорить не то, mums nav jāsaka tas, что как нам кажется, kas kā mums liekas, человеку нужно. Cilvēkam ir nepieciešams. А то, что было на самом деле. Bet tas, kas bija patiesībā. Потому что Господь говорит, что ваше правдивое свидетельство. Jo Dievs saka, ka jūsu patiesā liecība. И кровь Агнца. Un jā, ir asinis. То есть жертва Иисуса Христа. Tātad Jēzus Kristus. Только эти два. Upuris, tikai šīs divas. Оружие. Šie divi ieroči. Побеждают дьявола. Uzvar vēlnu. Если у нас есть кровь Иисуса Христа. Ja mums ir Kristus asinis. И Христос умер за нас всех. Jēzus nomira par mums visiem. Вы понимаете, Христос умер за всех. Jūs saprotiet, Jēzus nomira par visiem, gan par ticīgajiem, gan neticīgajiem. И за лютеран. Gan par лютеранам, католиков. И за православных. Par ticīgajiem. И за мусульман. Он умер за всех. Viņš nomira par visiem. Кровь Христа есть. Kristus asinis ir. Но не везде есть свидетельство. Bet ne visur ir liecības. И даже там, где оно есть, оно не всегда правдивое. Un pat ne visur, kur viņa ir, tā vienmēr ir patiesa. И механизм не работает. Un mehānisms nedarbojas. Поэтому свидетельство должно быть правдивым. Tādēļ liecība ir jābūt patiesai. О чём мы? Par ko mums? Как христиане? Kā kristiešiem? Как люди, которых Господь спас? Kā cilvēkiem, ko Dievs ir izglābis? Обновил. Atjaunojis. Изменил наше мышление в первую очередь. Pirmkārt mūsu domāšanu. И как следствие изменил нашу жизнь. Un rezultātā mainījis mūsu dzīves. О чём мы должны свидетельствовать? Par ko mums ir jāliecina? И какой результат должен быть нашего свидетельства? Un kādam rezultātam ir jābūt no mūsu liecības? Ведь мы молимся перед тем, как идти и евангелизировать. Jo mēs lūdzam pirms iet sludināt evaņģēliju. И говорим: Господь, un sakam: Dievs, дай мне слово. Dod man vārdu. Дай мне говорить то, что ты хочешь. Dod man runāt to, ko tu vēlies.
А знаешь ли ты, какой результат должен быть? Bet vai tu zini, kādam ir jābūt rezultātam? Мы говорим, конечно. Un mēs sakam, jā, protams. Человек должен принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Cilvēkam ir jāpieņem Jēzus Kristus par savu glābēju. Viņam ir nepieciešama glābšana. Но результат спасения. Bet glābšanas rezultāts. Это обновление. Tā ir atjaunošanās. Помните Иисус? Atcerieties Jēzus. Когда пришла к нему женщина. Kad pie viņa atnāca sieviete. Которая мыла его ноги и плакала. Kas mazgāja viņa kājas un raudāja, un viņa bija grēciniece. Jēzus много не рассказывал. Jēzus daudz nestāstīja. Он говорил: «Прощаются?» Viņš teica: «Piedodas?» Не греши. Un ej vairs negrēko. Недостаточно, чтобы просто человеку простилось. Nepietiek ar to, vien, ka cilvēkam надо, чтобы человек шел и не грешил. Nepieciešams, lai cilvēks iet un negrēko. Идти и не грешить. Un iet un negrēkot. Это целый процесс. Tas ir vesels process. Это и есть учение Иисуса Христа. Tā arī ir Jēzus Kristus mācība. Обновленное мышление. Atjaunota domāšana. Отсутствие желания грешить. Vēl grēkot, šīs nav vairs vēlmes grēkot. Отсутствие естественной потребности совершать грех. Nav šī dabiskā vēlme grēkot. И результат нашей проповеди. Un mūsu svētdienas rezultāts. Должно быть не просто спасение человека. Ir nevis vienkārši cilvēka glābšana. А его обновление. Bet viņa atjaunošanās. Обновление мышления. Domāšanas atjaunošana. Обновление жизни. Dzīves atjaunošanās. Он должен начать приносить плоды. Viņam ir jāsāk nest augļus. Для царства Божьего. Debesu valstībai. Это то, чего добивался Иисус. Tas ir tas, ko mēģināja panākt Jēzus. Жизни его учеников. Viņa mācekļu dzīvēs. Не всегда успешно. Un nevienmēr veiksmīgi. Но большинство из них. Bet lielākā daļa no tiem. Исключая Иуду. Ja neskaita Jūdu. Они дошли до этого момента. Viņi nonāca līdz šim brīdim. Смотри, что произошло с Иудой. Un kas notika ar Jūdu? Он раскаялся. Beigās viņš nožēloja, viņš visu saprata. Я не верю, что в этот момент Бог его не простил. Un es domāju, ka šajā brīdī Dievs viņam piedeva. Но он не готов был обновляться. Bet viņš nebija gatavs atjaunoties. Он готов был просто повеситься. Viņš bija gatavs vienkārši pakārties. И здесь победил дьявол. Un šeit uzvarēja velns. Поэтому сегодня будем говорить. Tādēļ šodien mēs runāsim. О том, как сделать свидетельство правдивым. Сделать свидетельство правдивым. Kā padarīt šo liecību patiesu. И как сделать проповедь эффективной? Un kā padarīt svētdienu efektīvu? Для того, чтобы эффективно проповедовать. Lai efektīvi sludinātu. Punkt pirmais. Punkts numur viens. Нам нужно признание. Mums ir vajadzīga atzinība. Человек должен нас признать. Cilvēkam mūs ir jāatzīst. И не только человек. Un ne tikai cilvēkam. Недостаточно. Nepietiek. При проповеди Евангелия. Evangelija sludināšanā. Только признание человека. Tikai ar cilvēku atzinību. Тебя должен признавать Бог. Tevi ir jāatzīst Dievam. Тебя должен признавать человек. Tevi ir jāatzīst cilvēkam. И тебя должен признавать дьявол. Un tevi ir jāatzīst arī velnam. Поговорим об этом подробнее. Parunāsim par to smalkāk. И начнем с человека. Un sāksim ar cilvēku. Понимаете, есть такой простой вопрос. Ir tāds vienkāršs jautājums. Который любой kuru jebkurš честный грешник godīgs grēcinieks тебе задаст tev uzdos кто ты kas tu esi Иисус Jēzus когда только начинал свой путь служителя kad tikai sāka savu kalpotāja ceļu и он собирал своих учеников un viņš savāca savus mācekļus он шёл однажды viņš reiz gāja по своему городу pa savu pilsētu и сзади шли два молодых человека un viņam pakaļ divi gāja jauni cilvēki. И я думаю, они уже подозревали, что это какая-то известная личность. Un es domāju, ka viņi nojauta, ka tā ir kāda ievērojama personība. Почему? Kādēļ? Видите, у людей есть ожидания. Cilvēkiem ir tādas gaidas. Что такое определённая атмосфера? Ko nozīmē noteikta atmosfēra? В которой двигается Дух Святой. Kurā darbojas Svētais Gars? Это ожидание. Tas ir gaidas. Чего-то сверхъестественного. Par kaut ko pārdabisku. Остановимся подробнее. Apstāsimies detalizētāk. Во времена, когда жил Иисус, tajos laikos, kad dzīvoja Jēzus, особенно, когда он проповедовал, īpaši, kad viņš sludināja, в Израиле была очень сложная ситуация. Izraēlā bija ļoti sarežģīta situācija. Они были оккупированы римлянами. Viņi bija okupēti ar romiešiem. И эта оккупация, un šī okupācija, она была такая, знаете, как она не уничтожала народ. Tā neiznīcināja tautu.
Но она оказывала определённое давление. Bet tā radīja noteiktu spiedienu. Особенно на молодых людей. Īpaši uz jauniem cilvēkiem. Они не имели возможности реализоваться. Viņiem nebija iespējas realizēties. Единственная сфера, в которой можно было реализоваться. Vienīgā iespēja sevi realizēt bija. Это было служение Господу. Kalpošana Dievam. То есть это служение в синагоге. Tā bija kalpošana sinagogā. Но с другой стороны. Bet no otras puses. Была другая проблема. Bija otra problēma. Сама система. Pati sistēma. Иудаизма. Judaismā. На тот момент была очень религиозная. Tajā brīdī tā bija ļoti religioza. И не только религиозная. Un ne tikai religioza. Но ещё и коррумпирована. Bet arī korumpēta. И люди. Un cilvēki. Особенно мужчины. Īpaši vīrieši. Особенно молодые. Īpaši jauni. Они ожидали. Viņi gaidīja. Царя. Ķēniņu. Месию. Месию. Человека, который освободит от вот такого положения. Cilvēku, kurš atbrīvos no šāda veida stāvokļa. Вы знаете, это немножко похоже сегодня на нашу ситуацию. Tas nedaudz atgādina mūsdienu situāciju. Знаете, страна маленькая. Valsts ir maza. Мы дезориентированы. Mēs esam dezorientēti. И мы ждём. Un mēs gaidām. Что покаятся правительство. Ka nožēlos grēkus valdība. Что придёт какой-то человек. Ka atnāks kāds cilvēks. Который будет знать Господа. Kurš zinās Dievu. Это ждём мы. То гайда мэс. Люди в миру ждут просто умного человека. Cilvēki pasaulē gaida vienkārši gudru cilvēku. Который видит наши сильные стороны. Kurš redz mūsu stiprās puses. И мы наконец-то станем свободным. Un mēs beidzot kļūsim brīva. Сильным. Spēcīga. Государством. Valsts. И, конечно, когда приходит какой-нибудь другой сильный. Un, protams, kad atnāk kāds cits spēcīgs. Ну, из какой-нибудь другой страны. No kādas citas puses. Говорим, нет. Mēs sakam, nē. Вот из Латвии. No Latvijas. Вот он должен быть латвиец. Viņam ir jābūt latvietim. Вот он будет знать Господа. Viņš zinās Dievu. И вот тогда он наведёт порядок. Un tad viņš ievedīs kārtību. Вот у них такая же ситуация была. Tur bija tāda pati situācija. Они ждали еврея. Viņi gaidīja ēbrīgu, сильного, spēcīgu. Такого с мечом. Tādu ar zobenu. Который придёт. Kurš atnāks. Соберёт компанию молодых людей. Savāks jaunu cilvēku kompāniju. И они за ним пойдут. Viņi sekos viņam. И он все проблемы решит. Viņš atrisinās visas problēmas. Нормальное желание. Tā ir normāla vēlme. Любого народа. Jebkurai tautai. Быть свободным. Būt brīvai. И вот в этом ожидании. Un šajās gaidās. Появляется такая необычная личность. Parādījās tāda neparasta personība. Как Иисус Христос. Kā Jēzus Kristus. Во-первых, конечно, помазание чувствуется. Pirmkārt, svaidījums, tas ir jūtams. Знаете, есть люди особенные. Ir cilvēki, kuri ir īpaši. Из них что-то исходит. No viņiem kaut kas plūst ārā. Люди к ним тянутся. Cilvēki tiecas pie tādiem. Сами по себе. Paši, vienkārši paši. У него есть последователи. Un viņam ir sekotāji. Jān? Jānis. И у Иоанна уже было много последователей на тот момент, да? Tajā brīdī jau daudz bija sekotāji. При крещении Иоанна. Jāņa kristīšanā. Это же маленькое государство. Tā bija maza valsts. Там все друг друга знают. Tur viens otru pazīst. Если не знают, расскажут. Un ja nezinu, tad izstāstīs. Там вообще что сверхъестественное происходит. Tur visi pārdevis. Один приходит, крестит. Nāk un krista. В шкурах. Ādās. Такой ипотирующая личность такая. Tāda personība. Говорит, ну я еще ничего. Un saka, es сейчас vēl еще nekas, один придет. Bet tagad nāks идущий vēl за мной. Un viņš augstās он еще par больше mani. Меня. Viņš vēl lielāks nekā es. Он не то, что в пустыне живет и пчел ест. Viņš ne tikai tūkstnesī dzīvos, питается. Bet tād bītus он вообще крутой. Мэду, bet viņš я даже не могу. Es pat nevaru viņā. Повязки на ногах ему завязать. Сикснес айсет. Видите, это атмосфера. Та ир атмосфера. А люди, они же, ну, восприимчивые. Bet cilvēki, viņi ir iespaidojumi. Эти ребята, они ждут. Un šie cilvēki вот gaida. Он. Lūk, viņš. Вот он, еврей, идет. Lūk, viņš, ebrejs, идет nāk. Царь. Nāk ķēniņš. И поэтому, конечно, когда они его видели, un, protams, kad viņi viņu ieraudzīja, они за ним шли. Viņi sekoja viņam. И знаете, что спросили эти двое? Un ziniet, ko jautāja šie divi? Где ты живешь? Kur tu dzīvo? Вообще банальный вопрос. Banāls jautājums. Никто не спросил у него. Но венц ему не ютал. Какое у тебя мировоззрение? Как ты тебя узреешь? Что думаешь по этому вопросу? Что ты думаешь о ютал? Что думаешь по тому вопросу? Это была позже. Это было позже. Tas bija vēlāk. И эти вопросы задавали не ученики. Он что с ютал? Простой человек. Простой грешник. Vienkārši grēcinieks. Он задаст тебе первый вопрос. Viņš tev uzdos pirmo jautājumu. Кто ты? Kas tu esi? И если ты? Un ja tu? Служитель Божий. Dieva kalps. И если ты, un ja tu, свидетель его славы, viņa godības liecinieks, ты не имеешь права, tev nav tiesība, на этот вопрос не ответить. Uz šo jautājumu neatbildēt. Ты обязан ответить, tev ir jāatbild uz to, любому, кто тебе задаст вопрос, кто ты, jebkuram, kas uzdod jautājumu, kas tu esi, что? Правду. Kas patiesību. Знаете, иногда я
замечаю интересные вещи. Даже здесь я ворую интересные. Я благодарю Господа, что я работаю, служу и живу в церкви практически. Es pateicos Dievam, ka es strādāju, dzīvoju, var teikt, draudzē. Просто когда у меня спрашивают. Tātad, kad man jautā, kas es esmu? У меня же вариантов нет ответить. Man vairs nav jautājumu, varianti atbildēt. Но я езжу на посещение. Bet es braucu uz apmeklējumiem. И очень часто ļoti bieži. Езжу с разными людьми. Braukā ar dažādiem cilvēkiem. И эти люди, они служители в церкви. Un šie cilvēki, viņi ir kalpotāji. И занимаются еще параллельно многими вещами. Un paralēli nodarbojas ar daudzām citām lietām. Кто-то врач. Kāds ir ārsts. Кто-то бизнесмен. Kāds biznesmens. Нас фермеры есть. Ir arī fermeri. И когда им задают этот вопрос. Un kad viņiem uzdod šo jautājumu. А он так или иначе прозвучит. Bet viņš citā, tā vai savādāk izskatās. Может, не так прямо, кто ты. Netik tieši, kas tu esi. Ну, у людей в глазах вопрос. Bet cilvēkiem acīs ir jautājums. Расскажи о себе. Pastāsti par sevi. Ты не можешь начать разговор с человеком. Tu nevar sākt sarunu. Это только англичане говорят о погоде. Tie ir angļi, kas runā par laikapstākļiem. Полчаса. Pusstundu. А нормальные люди, они хотят знать, с кем общаются. Bet normāli cilvēki, viņi vēlas zināt, ar ko viņi sarunājas. И я слышу такие ответы. Es dzirdu tādas atbildes. Я занимаюсь, я выращиваю капусту. Es reku nodarbojos, audzēju kāpostus, slava Dievam. Или там, я парикмахер. Vai arī es esmu frizieris. И так далее. Un tā tālāk. Это все хорошо. Tas viss ir labi. Вы понимаете, мы пришли проповедовать. Bet saprotiet, mēs esam nākuši. И когда я говорю, я парикмахер. Un kad es saku, es esmu человек, frizieris. Человек, который сидит напротив меня. Tā cilvēks, kas sēž man pretī. Он, скорее всего. Viņš visticamāk. Захочет узнать, что я думаю о его волосах и прическе. Gribēs uzzināt, ko es domāju par viņa matiem. У него не возникнет вопроса. Viņam neradīsies jautājums. Поговорите о Иисусе Христе. Parunāt par Jēzu Kristu. Это нормально. Tas ir normāli. Это логично. Tas ir loģiski. Если я прихожу и говорю, что я фермер. Ja es atnāku un saku, ka es esmu и выращиваю капусту. Un audzēju kāpostus. И продаю ее в супермаркете. Un pārdodu to supermarketā. Примеру, да? Piemēram. То, конечно, у человека возникнет вопрос, какой-либо связанный с твоей деятельностью. Tad viņam radīsies jautājums, kā tas saistīts. И знаете, даже если мы начнем говорить о том, что слава Господу, я получил такую профессию благодаря Господу. Un pat, ja mēs sāksim teikt, paldies Dievam, esmu iegūst tādu profesiju pateicoties Dievam. Вы поймите. Tad saprotiet. Грешник так не мыслит. Грецинекс tā nedomā. Поэтому они спросили его, кто ты? Viņi jautāja, kas tu esi? Где живешь? Kur tu dzīvo? И знаете, что он делает? Un ziniet, ko viņš dara? Он ведет их к себе домой. Viņš ved viņus pie sevis uz mājām. Мы спросили, где ты живешь? И он отвечает напрямую. Un viņš atbild tieši. Пошлите. Nāciet. Посмотрите. Paskatīsieties. Он не стал придумывать. Viņš nesāka izdomāt. Как бы сделать так? Kā izdarīt tā? А давайте посидим на лавочке. А varbūt pasēdēsim kaut kur. А давайте встретимся в кафе. Pasēdēsim kafejnīcā. Может, тут прямо у моря на лодке посидеть? Varbūt pie laivā pie jūras. Paskatīsimies uz jūru. Не, ну почему бы и нет? Bet kādēļ lai ne? Знаете, как мы мыслим? Ziniet, kā mēs domājam? Какая разница, где проповедовать Евангелие? Какая разница, где проповедовать Евангелие? Kāda atšķirība, kur sludināt Evangeliju? Главное, чтобы Дух Божий сходил. Galvenais, ka Dieva gars nonāk. Но Иисус определенные действия совершает. Bet Jēzus veica noteiktas darbības. И опять же, касаемо определенных людей. Un konkrēti attiecībā uz своих учеников, будущих. Topošajiem mācekļiem. Он ведет их домой. Viņš ved viņus uz mājām. И написано. Un ir rakstīts. Что они там провели целый день. Ka viņi tur pavadīja veselu dienu. Nu, чем евреи могут целый день дома заниматься? Ko ebreji veselu dienu? Кушать и разговаривать. Var darīt, viņi ēd un runā. Люди целый день кушали и разговаривали. Cilvēki veselu dienu ēda un sarunājās. И знаете, что произошло дальше? Ziniet, kas notika tālāk? Они выходят. Viņi iznāca. И все. Un viss. Они уже Христовы. Viņi jau bija Jēzus. Уже сети побросали. Viņi jau nometa tos tīklus. Neko vairs nevajag. Они нашли Мессию. Viņi atrada Mesiju. Нашли своего мессию. Atrada savu mesiju. Они нашли то, что они искали. Viņi atrada to, ko bija meklējuši. Bet Jēzus nam pakazvē. Jēzus mums rāda. Вообще совершенно простой способ евангелизации. Vienkārši evangelizācijas veidu. Мы иногда ждём, что придут к нам. Mēs gaidām, kad atnāks pie mums. Хорошо? Labi. Открой свой дом. Atver savu namu. Сделай свой дом таким. Padari savu namu чтобы tādu, в него захотелось прийти, lai tajā gribētos atnākt, чтобы людям было интересно, lai cilvēkiem būtu interesanti, и проповедуй Евангелие, un sludini Evangeliju, на своей территории, savā teritorijā, у себя дома, savās mājās, у себя дома ты можешь говорить о чём ты хочешь, savās mājās tu vari это runāt par to, ko gribi, jo tās ir tavas mājas, и человек увидит, кто ты, un cilvēks ieraudzīs, человек увидит, как ты живёшь, viņš ieraudzīs, kā tu dzīvo, и вот в своём доме, un savā mājā,
Ты можешь свидетельствовать. Tu vari liecināt. Ты можешь говорить. Tu vari runāt. О том, кем ты был. Par to, kas tu esi bijis. И очень часто нас окружают наши родственники. Un bieži mūs apkārt mūsu tuvinieki šajā brīdī. Которые знали, кем ты был. Kuri zināja, kas tu biji. И они могут тоже свидетельствовать. Un viņi arī var liecināt. О том, что Бог твою жизнь реально изменил. Par to, ka Dievs reāli mainīs tavu dzīvi. Вы понимаете, то, что происходит дома. Jūs saprotāt, tas, kas notiek mājās. Я вам могу сказать точно. Es jums varu noteikti pateikt. Как человек, который последние 4 месяца. Kā cilvēks, kas pēdējos 4 mēnešus посещает дома. И приглашают к себе. Un aicina pie sevis. Это сверхъестественно. Tas ir pārdabiski. Люди говорят. Cilvēki saka. Перед тем, как вы пришли ко мне. Pirms jūs atnācāt pie manis. У меня дома атмосфера поменялась. Man mainījās mājās atmosfēra. Я встал с утра. Es piecēlos no rīta. У меня прям на улице дождь. Man pilnīgi ārpusē lietus. А у меня лампочка светит как солнце. Bet man lampiņa spīd kā saule. Мне хорошо. Man ir labi. Почему? Kādēļ? Потому что человек чувствует. Jo cilvēks jūt. Что Дух Божий идёт. Ka Dieva gars nāk. Что что-то произойдёт. Ka kaut kas notiksies. Это атмосфера. Tā ir atmosfēra. Поэтому нам нужно признание людей. Tādēļ mums ir vajadzīga cilvēku atzinība. Нам нужна любовь людей. Mums ir vajadzīga cilvēku mīlestība. Мы иногда себя ведём. Mēs dažreiz uzvedamies. Даже не задумываясь. Pat neaizdomājoties. Что люди видят со стороны? Ko cilvēki redz no malas? Мы вчера, знаете, у нас была очень интересная беседа. Mums vakar bija ļoti interesanta saruna. С Настей. Ar Nastju. Она модельер. Viņa ir modeljere. И мы с ней говорили вчера. Mēs vakar runājām. Об одежде. Par apģērbu. О том, как женщины одеваются. Par to, kā sievietes ģērbjas. И почему они так одеваются. Un kādēļ viņas tā dara. И знаете? Un ziniet? Профессионалы знают, которые zina, одевают людей, tie, cilvēkus, что плохо одеваются те, ни у кого tie, мало денег, nevis, kam ir maz naudas, или еще какие-то причины. Vai vēl kādi, а те, кто iemesli, не могут отойти, bet tie, kas nespēja attiet, и посмотреть на себя со стороны, un paskatīties uz sevi no malas, и трезво оценить себя, un skaidri novērtēt sevi, оценить свой размер, novērtēt savu izmēru, свой цвет глаз, savu acu krāsu, и подобрать то, что им нужно. Un, pieskaņot to, kas viņam nepieciešams. Jēzus говорит. Jēzus saka. Ты письмо Христово. Tu esi Jēzus vēstule. Всеми читаемое. Ko lasa visi. Понимаете, мы христиане. Mēs kristieši. Под прицелом. Esam uzmanības centrā. Люди нас рассматривают. Cilvēki mūs vēro. И когда они рассматривают нас. Un kad viņi novēro mūs. Они не рассматривают меня как Линду. Viņi neskatās uz mani kā uz Lindu. Раньше меня рассматривали как Линду. Kādreiz uz mani skatījās kā uz Lindu. Я могла себя представлять, что хочу. Un es varēju darīt, ko gribu. А сейчас они рассматривают моего Бога. Bet tagad viņi apskata manu Dievu. Бог моей жизнью. Dievs manu dzīvi. Написал кому-то послание. Ir ierakstījis vēstījumu kādam. И оно всеми читаемое. Un to lasa visi. И вы знаете, я это замечаю. Un, ziniet, es to ievēroju. Я приехала в Латвию. Es atbraucu uz Latviju. Приехала вообще, мы живем в Олейне. Mēs dzīvojam Олейне. Это небольшой город. Tā ir neliela Там pilsēta. Все знают моего мужа. Tur visi zina manu все vīru. Все знают мою свекровь. Visi zina manu vīru, знаете, māti. Что происходит, когда я захожу в супермаркет? Un, ziniet, kas вот notiek, kad ieju lielveikalā? Все обсудили. Visi visu apsprieduši. И мне как-то стало интересно. Un man reiz kļuva interesanti. Что же они обсуждают? Ko īsti viņi apspriež? Знаете, никто не обсуждает мои сапоги. Neviens neapspriež manu sāpakus vai jaku. И какие у меня красивые сегодня тени. Vai kādas man ēnas šodien. Хотя, может быть, не хотелось бы. Kaut kam, varbūt, man gribētos. Все говорят, ты видишь? Bet visi saka, redzi? Это жена. Tā ir sieva. Вот того бывшего наркомана. Tam bijušajam наркоманам. Kurš tagad ir mācītājs. И они следят. Un viņi seko. Они смотрят, как я буду общаться со своим ребенком. Viņi skatās, kā es sarunāšos ar bērnu. Skatīsies, cik ļoti esmu nosvērta. Они обсуждают, если я с кем-то не поздоровалась. Apspriež, ja es ar kādu neesmu sasveicinājusies. Kādēļ? Потому что мы Христовы. Tādēļ, ka mēs esam Jēzus. И я не могу не поздороваться. Un es nevaru nesasveicināties. Потому что поздороваться – это пожелать здравия. Jo sasveicināties nozīmē novēlēt labu, bet es piederu Jēzum. Я должна желать людям здравия. Man ir jāvēl cilvēkiem labs. Я не могу быть раздражительной. Es nevaru būt aizskaitinoša. Почему? Kādēļ? Потому что Господь говорит, что раздражительность – это не мое. Jo Dievs saka, ka aizskaitinājumība nav mans. Знаете, люди это знают. Un, ziniet, cilvēki to Они zina. Они знают. Viņi zina. Грешник знает. Grēcinieks zina. Какой должен быть христианин? Kādam ir jābūt kristietim? Запомните. Atcerieties to. Грешник лучше всех нас знает. Grēcinieks labāk par mums visiem zina. Каким должен быть христианин? Kādam ir jābūt kristietim?
Потому что он видит нас со стороны. Tādēļ, ka viņš mūs redz no malas. И он слышит то, что проповедуется в церкви. Un viņš dzird to, kas tiek sludināts draudzē. Знаете, не обманывайтесь. Ziniet, мы живем в христианских странах. Mēs dzīvojam kristīgās valstīs. Где слово Божье больше тысячи лет проповедовано. Tiek sludināts vairāk kā 1000 gadus. Здесь молоко матери. Šeit no malas no piena cilvēki zina. Что Христос добрый, ka Jēzus ir labs, нераздражительный, neaizskaitināms, смиренный, mierīgs. И когда ты говоришь, я христианин, un, kad tu saki, ka es esmu kristietis, они одевают на тебя одежду. Viņi uzvelk tev drēbes. И они говорят, эти одежды должны быть белые. Un saka, šīm drēbēm jābūt baltām. На них не должно быть пятна. Tur nedrīkst būt traips. И когда эти одежды запятнаны, un, kad šīs drēbes ir люди netīras, это видят. Cilvēki to redz. И мы теряем признание. Un mēs zaudējam šo atzinību. Мало того, мы теряем свое признание. Maz mēs zaudējam savu atzinību. Самое страшное. Bet pats briesmīgākais. Что мы теряем признание церкви. Ka mēs zaudējam draudzes atzinību. Люди говорят, они должны быть такими. Cilvēki saka, viņiem ir jābūt tādiem. И церковь Божье собрание святых. Un draudze ir svēto sapulce. А на самом деле не так. Bet patiesībā tas tā nav. Поэтому признание людей. Tāpēc cilvēku atzinība. Это очень важно. Tas ir ļoti svarīgi. Мы не говорим о хождении перед людьми. Mēs nerunājam par staigāšanu cilvēku priekšā. Потому что хождение перед людьми. Jo staigāšana cilvēku priekšā. Это потакание. Tas nozīmē izpatikšanu. Людским требованиям, да? Испатикшену человеку ваед просиба. Мы не делаем то, что люди от нас ожидают. Mēs nedaram to, ko cilvēki no mums gaida. Но мы живём так? Bet mēs dzīvojam tā. Как научил наш учитель, спаситель и Господь Иисус Христос. Bet mēs darām tā, kā mūs ir iemācījis mūsu glābējs Jēzus Kristus. И тогда мы получаем признание людей. Un tad mēs iegūstam cilvēku atzinību. И так ещё раз, мы должны быть честными. Un tātad mums ir jābūt patiesiem. Мы должны быть открытыми. Mums jābūt atvērtiem. И мы должны понимать, что мы являем Христа. Un mums jāsaprot, ka mēs atspoguļojam Kristu šajā, uz šīs zemes. Нам это обеспечивает признание людей. Un tas mums nodrošina cilvēku atzinību. Следующий пункт. Nākamais punkts. У нас должно быть признание дьявола. Mums ir jābūt velna atzinībai. Причём не просто признание дьявола. Bet nevis vienkārši velna atzinībai. Дьявол признаёт человека. Velns atzīst cilvēku. И признаёт, что он слабый. Un atzīst, ka viņš ir vājš. И что он слушает его ложь. Un ka viņš klausa viņa melus. И что он, как Ева и Адам, идет и ест яблоко. Un ka viņš tāpat kā Ieva un Ādams iet un ēd ābolu. Un ka viņš ir grēcīgs. Вот так дьявол смотрит на нас. Tā velns skatās uz mums. Но дьявол Bet velns на некоторых людей смотрит не так. Uz dažiem cilvēkiem skatās ne šādi. Потому что когда в тебе Христос. Tādēļ, ka kad tevī ir Kristus. И когда это очевидно. Un kad tas ir acīm redzami. Что случилось, когда Христос спустился в ад? Kas notika, kad Jēzus nolaidās cellā? Izmocīti. Prokļatī. Nolādātie. Христос, Jēzus, по мнению дьявола, pēc velna спускается в ад. Нолаижас эллэ. И дьявол торжествует. Он велнс приецаес. Аллилуйя. Сакас. Сын Божий. Дьява дэлс. Ко мне попался. Ир иеклюис пе манис. Но Господь сказал, когда он сбрасывает эти одежды. Bet kad viņš сака, когда святой не увидит тления. Требес тогда теец, ка святайс нередзэс тления. Сатрудэшен. Для него это было просто сокрушительное поражение. Tā viņam bija liels zaudējums. Он думал, что он победил. Viņš domāja, ka ir uzvarējis. Кого? Ко? Бога. Dievu. Тем, что его сына. Ar to, ka viņa dēlu. Низверг в ад. Iedzina Элле. Но его святость. Bet viņa svētums. Стала победой над дьяволом. Kļuva par uzvaru pār velnu. Поймите, святость побеждает дьявола. Святость uzvar velnu. Откуда в нас святость, если у нас нет Христа? Mūsos ir svētums, ja mūsos nav Kristus. Мы не дом Духа Святого, храм, да? Ja mēs neesam svētā gara templis. Когда у нас это есть? Kad mūsos tas ir. Дьявол тоже атмосферу знает. Tad arī velns zina atmosfēru. И бесы знают атмосферу дьявола. Un jaunie zina velna šo atmosfēru. Помните, да, как гадаринские эти бесы разговаривали с Иисусом? Ой, не надо. Atcerieties, kad šī ar Romu mīšu gari runāja ar Jēzu. Nē, nevajag lūdzu. Бездну нас не изгоняй. Neizdzen mūs. Мы же мы вот в свиней пойдем. Mēs iesim uz cūkās. Там никто не рычал. Tur neviens nerūca. Никто не угрожал. Neviens nedraudēja. Никто ничего не рассказывал. Neviens neko nestāstīja. Они в страхе. Viņi написано бесы. Ka rakstīts. Знают. Ļaunie gari zin. И трепещут перед именем Иисуса Христа. Un trīc Jēzus Kristus vārda priekšā.
Мы должны разговаривать с дьяволом. Mums jārunā ar vēlnu. И должны иметь признание у дьявола. Mums ir jābūt atzinībai vēlna priekšā. С точки зрения силы. No spēka pozīcijas. Дьявол должен понимать. Vēlnam ir jāsaprot. Что с нами не то, что связываться. Ka ar mums nevis vienkārši sapīties. Что он на нас зубы сломает. Ka viņš pret mums zobus salauzīs. Не потому, что мы такие... Un nevis sīlnie tādēļ, ka mēs esam tādi spēcīgi vai krūti. No, protams, ka Boh, katrs ir nās. Bet tādēļ, ka Dievs, kas ir mūsos, Он не собирается с ним сражаться. Viņš netaisās ar viņu cīnīties. Он его уже победил. Jo viņš viņu jau ir uzvarējis. 2000 лет назад. 2000 gadus atpakaļ. Он уже на нём печать поставил. Ты побеждён. Tur jau ir uzlikts zīmoks, tu esi zaudējis. И если внутри. Un ja iekšienē. Дьявол увидел Иисуса. Vēlns ieraudzīja Jēzu. Ты можешь успокоиться. Tad tu vari nomierināties. Проблема растает без следа. Problēma izkusīs bez vēstu. И любой одержимый. Un jebkurš apsēstais. Станет свободным. Kļūs brīvs. Написано, что после того, как Иисус выгнал бесов, ir rakstīts, kad Jēzus izdzina ļaunos garus, iedzina cūkās. И они низверглись в бездну, ну, в эту пучину морскую. Bezdibenī ūdenī. Когда пришли люди, kad atnāca cilvēki, за которыми пастухи сходили, pēc kuriem aizgāja gani, и, кстати, засвидетельствовали, и засвидетельствовали, aizgāja pēc liecībām, что такое произошло, ka tāda lieta notikusi, когда люди пришли, kad cilvēki atnāca, они что увидели, ko viņi ieraudzīja, они увидели славу, viņi ieraudzīja godību, сидит человек, sēž cilvēks, одетый, apģērts, и кушает. Un ēd. От этого был голый, bet pirms tam bija голодный, kliks, nepaēdis, цепях, ķēdēs, и жил в гробу. Un dzīvoja kapā. Наше свидетельство mūsu liecība должно показать полярность духовного мира. Ir jāparāda debesu valstības polaritāti. Было так, bija tā, когда властвовал дьявол. Kad valdīja vēlns. И дьявол осужден. Un vēlns ir notiesāts. Потому что было плохо. Jo bija slikti. И стало вот так. Un kļuva šādi. Когда начал господствовать Господь. Kad sāka valdīt Dievs. И Господь превознесен. Un Dievs ir paaugstināts. Потому что люди обмануты. Jo cilvēki ir piemānīti. Они думают так. Viņi domā tā. Проблема в моей жизни. Проблема в моей жизни. Я с ними сражаюсь. Es ar tām cīnos. Я уже стал с ними сражаться. Es jau noguru ar tām cīnīties. Нет помощи. Nav palīdzības. Кто не помогает? Kas Господь. Palīdz? Dievs. Господь злой. Dievs ему до меня все равно. Ļauns un И люди обвиняют Господа. Un cilvēki vaino Задача дьявола. Vēlna uzdevums. Так наврать человеку. Ir tā samalot cilvēkam. Чтобы он все обвинения, lai viņš visas apsūdzītas за свои проблемы, par savām problēmām, возложил на Господа, uzliktu uz Dievu. А понимаете, так легче. Bet, ziniet, tā ir vienkāršāk. Почему люди это делают? Kādēļ cilvēki tā dara? Потому что Бог всемогущий, jo Dievs ir visu varāts, Бог великий, Dievs ir liels, это знают все. To zina visi. Ну, если уже всемогущий и великий Бог не помогает, bet, ja jau visu varenais, visspēcīgais Dievs nepalīdz, то я вообще бессилен. Tad vispār esmu bezspēcīgs. Поэтому я буду продолжать пить. Ну, tad es turpināšu dzert. Я буду продолжать колоться. Turpināšu я буду продолжать разводиться. Turpināšu šķirties. Я буду продолжать болеть. Turpināšu slimot. Потому что вся ответственность, jo visa atbildība, сложена на Господа. Ir nolikta uz Dievu. Но ответственность, bet atbildība, лежит не на Господе. Stāv nevis uz Dieva. Ответственность bet atbildība лежит на нас. Tā ir mūsu. За то, что мы, par to, ka mēs, слушая ложь дьявола, klausoties tā, открываем двери, mēlus atveram durvis. Для греха. Atveram durvis savu grēkam. А что есть следствие греха? Bet kas ir grēka rezultāts? Смерть. Nāve. Везде. Visur. Физическая, физиска, духовная, garīga, смерть в семье, nāve ģimenē. Результат один. Rezultāts ir viens. Бог приносит жизнь. Dievs atnes dzīvību. Дьявол приносит смерть. Vēlns atnes nāvi. Жизнь, восстановление – это то, что от Господа. Dzīve un atjaunošanās ir no Dieva. А смерть и болезни – это от дьявола. Nāve un slimības ir no vēlna. И наше свидетельство mūsu liecība должно быть таким, liecībā ir jābūt чтобы tādai, человек четко увидел разницу. Lai cilvēks skaidri ieraudzītu šo atšķirību. Смотрите. Skatieties. Итак, еще раз. Tātad vēlreiz. Признание от людей. Cilvēku atzinība. Нам дает возможность проповедовать. Tā mums dod iespēju sludināt. То есть нас начинают слушать. Tātad mūs sāk klausīties. Наилучшие
момент, где мы можем проповедовать. Labākais brīdis, kur mēs varam sludināt. Это на нашей территории. Tā ir mūsu teritorija. Чаще всего у нас дома. Visbiežāk mūsu mājās. Ну, в крайнем случае у человека дома. Ratāk pie cilvēka mājās. У нас должна быть власть. Mums ir jābūt varai. Сказать дьяволу стоп. Pateikt velnam pietiek. У нас не может быть такой власти. Mums var nebūt tāda vara. Если в нас нет Христа. Ja mūsos nav Kristus. Потому что дьявол признает только силу Иисуса Христа и его крови. Atzīst tikai Jēzus Kristus spēku un viņa asins spēku. И третье. Un trešais. Признание с неба. Atzinība no debesīm. Помните, та атмосфера, Saprotiet, tā atmosfēra, которая создается, когда мы проповедуем Евангелие, kura tiek radīta sludinot evaņģēliju, это не мы ее создаем. Nevis mēs to radam. Потому что вера работает на трех уровнях. Jo ticība strādā trijos līmeņos. Вера во мне, ticība manī, вера в моем ближнем, ticība manā и вера, которая на небесах, un ticība, сверхъестественная. Kas ir debesīs, pārdabiskā. И вот здесь мы нуждаемся в сверхъестественном. Un te mums ir vajadzīgs pārdabiskais. Когда мы создаем эту естественную платформу, kad mēs redzam šo platformu, мы являем Иисуса Христа. Mēs parādām Jēzu Kristu. Наша христианская жизнь устроена. Mūsu kristīgā dzīve ir sakārtota. Любой человек, который нас окружает, jebkurš cilvēks, kas mums blakus, может сказать да. Var pateikt jā. Этот человек Христов. Šis cilvēks pieder Kristum. Когда мы имеем власть над дьяволом, kad mums ir vara pār velnu, нам нужно еще что-то. Mums ir vajadzīgs vēl kaut kas. Нам нужна сверхъестественная сила, сходящая свыше. Mums ir vajadzīgs pārdabiskais spēks, kas nāk no augšienes. Слава Божья. Tā arī ir Dieva godība. Атмосфера. Atmosfēra. То, что в воздухе. Tas, kas gaisā. То непонятное, что вот оно пришло. Ka tas atnāca. И что ты понимаешь в воздухе, что ты сейчас должно происходить? Un tu saproti gaisā, ka kaut kam ir jānotiek. Кто располагает к покаянию? Kurš no располагает к покаянию? Kurš valda pār šo grēku nožēlu? Дух Святой. Svētais Gars. Дух Святой. Svētais Gars. Делает так. Dara tā. Что человек понимает. Ka cilvēks saprot. Что пора покаяться. Ka ir laiks nožēlot grēkus. И не просто пора покаяться. Un nevis vienkārši laiks. А что такое рождение свыше? Bet ko nozīmē piedzimšana no augšienes? Что вообще рождение? Ko vispār nozīmē piedzimšana? Когда человек рождается, kad cilvēks piedzimst, это что новое? Tas ir kaut kas jauns. Рождение свыше? Piedzimšana no augšienes. Это есть новое творение. Tas ir jauns radījums. Момент покаяния, грехножалость брīdī, происходит две вещи. Notiek divas lietas. Уходит грех. Aiziet grēks. И приходит новая жизнь. Un atnāk jauna dzīve. Вот тогда это покаяние. Tad tā ir grēknožēla. Тогда это рождение свыше. Tad tā ir piedzimšana no augšienes. Часто бывают люди каются. Bieži notiek, ka cilvēki nožēlo grēkus. Что они живут неправильно. Saprotot, ka viņi dzīvo nepareizi. Но сердце, sirds, которое не подготовлено Духом Святым, kurā ar Svēto Garu nav sagatavota, к покаянию, grēknožēlai, оно признает, что да, Tā atzīst, jā, грешник. Esmu grēcinieks. Спросите любого человека. Pajautāt, люди признают, что они грешники. Viņi atzīst, ka ir grēcīgi. Я вообще не я лично не видела. Es personīgi neesmu redzējusi. Тех, кто вот так вот открыто. Tos, kurš tā atklāti. Без сомнения. Bez šaubām. Говорят, я праведник. Saka, es esmu taisnais. Все равно люди грешат. Vienalga cilvēki grēko. И они говорят, я грешник. Un saka, es esmu grēcinieks. Но Иисус говорил, не просто прощаются тебе твои грехи. Bet Jēzus teica, nevis vienkārši tev tiek piedoti tavi grēki. Он говорил, иди. Viņš teica, ej. И не греши. Un negrēko. И вот это иди и не греши. Un šis ej un negrēko. Способность пойти и не грешить. Spēja iet un vairs negrēkot. Ее дает Дух Святой. To dod Svētais Gars. И это обеспечивает рождение свыше. Un tas nodrošina piedzimšanu no augšienes. Мы должны запомнить. Mums ir jāatcerās. Что свидетельство, ka liecība, это наше признание, tā ir mūsu atzinība, у людей, cilvēkos, почему нам нужно свидетельствовать, свидетельствовать и свидетельствовать, kādēļ mums ir jāliecina un jāliecina, потому что когда свидетельство показывает между Богом и дьяволом, tādēļ, kad liecība parāda šo atšķirību, туда приходит Дух Святой, tur atnāk Svētais Gars. Смотрите, когда мы Божьи свидетели правды, kad mēs esam Dieva taisnības liecinieki, говоря правду, runājot patiesību, это путь Господу. Tas ir Dieva ceļš Dievam. То есть через это приходит Дух Святой. Caur to atnāk Svētais Gars.
Пришёл Дух Святой. Atnāca Svētais Gars. Всё, у Бога развязаны руки. Viss Dievam ir atraisītas rokas. Бог может действовать в твоей жизни. Darboties tavā dzīvē. В жизни того человека, которому ты проповедуешь. Tā cilvēka dzīvē, kuram tu sludini. Это очень важный механизм. Tas ir ļoti svarīgs mehānisms. Очень часто мы ļoti бежим мы как это сказать, не можем эффективно проповедовать. Bieži nespējam efektīvi sludināt. Потому что мы даже не осознаем, что есть процесс проповедования. Jo mēs pat neizprotam, ka ir sludināšanas process. Есть определенные правила. Ir noteikti noteikumi. Не обязательно, вот, ну, может быть, какое-то время там мы можем строить себе эту схему, да? Mēs varam kaut kādu laiku celt šo schēmu. Но поверьте, когда Господь реально работает в твоей жизни, bet saprotiet, kad Dievs reāli darbojas tavā dzīvē, Дух Святой, tad Svētais Gars, на твое сердце, tavā sirdī, правдивая, приготовленная, kas ir sagatavota un patiesa, приходит, atnāk, и ты просто становишься инструментом в руках Божьих. Un tu kļūsti par instrumentu Dieva rokās. Знаете, есть такой момент в Библии. Ziniet, ir tāds moments Господь Bībelē, говорит, Dievs saka, ухватится, kas pieķersies за твою полу, aiz tavas vīles, ты за одежду, aiz tavām drēbēm, 10 человек. 10 cilvēki. Там не написано, что ты вообще что-то будешь такое делать, что они просто за тебя там... Tur nav rakstīts, ka tu kaut ko īpašu darīsi, lai viņi tā darītu. Есть наше состояние, ir mūsu stāvoklis, когда люди, kad cilvēki, к нам липнут, pie mums pielīp. Почему? То, что они видят нашу жизнь. Tādēļ, ka viņi redz mūsu dzīvi. И наша жизнь даже без, ну, без проповедования языком. Un mūsu dzīvi pat bez sludināšanas ar mēlu. Являет Иисуса Христа. Tā parāda Jēzu Kristu. Являет разницу. Parāda atšķirību. Посмотрите, что вот с Гадаринским произошло дальше. Paskatīsimies, kas tālāk notika ar šo apsēsto ar leģionu. Он попросил Иисуса. Viņš palūdza Jēzu. Поехать с ним. Doties kopā ar viņu. Говорит, можно я поплыву с тобой? Vai drīkstu doties ar tevi? Но Иисус сказал ему. Bet Jēzus viņam teica. Оставаться. Palikt. Идти. Iet. И свидетельствовать. Un liecināt. В ту местность, uz to, где его знали vietu, одержимым человеком. Kur viņu pazina, kā apsēstu cilvēku. И написано, что когда Иисус опять вернулся в эту землю, un ir rakstīts, kad Jēzus atkal atgriezās šajā vietā, уже тысячи людей, tad jau tūkstošiem cilvēku вышли его встречать. Izgāja viņu sagaidīt. Это механизм пробуждения. Tas ir atmodas mehānisms. Один человек. Viens cilvēks. Которого все знали, какой он был. Kuru visi pazina, kāds viņš bija. Просто своей жизнью. Vienkārši ar savu dzīvi. Уже то, что он появлялся в городе. Jau tas, ka viņš parādījās pilsētā. Люди говорили, это кто? Вот этот? Šis te. И они понимали, что он нормальный. Viņi saprata, ka viņš ir normāls. Ka viņš runā. Вот обратите внимание, у него не было учения. Pievērsiet uzmanību, viņam nebija Иисус mācības. Иисус его ничему не учил. Jēzus viņam nekam nemācīja. Никакого учения Иисус не давал ему. Nekādu mācību Jēzus viņam nedeva. Что он мог рассказывать? Un domājiet, ko viņš varētu pastāstīt? Он ничего не знал. Viņš neko nezināja. Ni о крещении Духом Святым. Ne ar kristību ar Svēto Garu. Ni о водном крещении. Ne par ūdens kristībā. Он знал только одно. Viņš zināja tikai vienu. Что пришёл Иисус? Kā atnāca Jēzus? Бесы ушли. Ļaunie gari aizgāja. И теперь он новое творение. Un tagad viņš ir jauns radījums. И просто своей жизнью. Un vienkārši ar savu dzīvi. Люди поняли. Cilvēki saprata. Что есть такой Иисус. Ka ir tāds Jēzus. Который, когда он появится на берегу. Kurš tad, kad viņš parādīsies krastā. Надо бежать туда. Tad ir jāskrien tur. Потому что там изменяется жизнь. Jo tur mainās dzīve. Иисус говорит, вы должны. Jēzus saka, jums. Отобразить меня. Ir jātaino mani. Понимаете, ну, повеление вообще... Saprotiet, šī pavēle... Чёткая... Ir skaidra... И простое... Un vienkārša... Отобразить... Atainot... То есть... Proti... Всё, что делал я... Visu, ko darīju es... Так, как думал я... Tas, kā domāju так, es... Так, как поступал я... Kā darīju es... Теперь будете поступать и вы... Tagad darīsiet и arī вот jūs... И вот тогда... Un tad... Люди будут спасаться... Cilvēki glābsies... Иисус не делал ничего... Jēzus nedarīja neko... Чего бы не могли делать мы... ko nevarētu darīt mēs. Malīca možem? A, lūgt varam? Možem. Varam. Iskāt Gospada možem? Meklēt to Dievu možem. Varam. Pričom, jeśli Iisus žil в Ветхом Завете и его ученики, ja Jēzus un viņa mācekļi dzīvoja vecā darībā, то мы живем в Новом Завете. Tad mēs dzīvojam jaunajā darībā. Мы омыты кровью Иисуса Христа. Mēs esam apmazgāti ar Kristus asinīm. У нас завеса уже
исчезла. Šis priekškars ir kritis. Мы имеем прямой доступ к Господу. Mums ir tieša pieeja pie Dieva. Каждый из нас может священно действовать. Katrs no mums var veikt svētdarbības. Господь говорит: Dievs saka, jūs Царственное священство. Esat ķēnišķīgi priesteri. Священники Бога Всевышнего. Dieva visaugstākā priesteri. Когда Дух Божий на вас, un kad и вы помазаны Dieva garst, вот это все делать. Virs, jums, tad jūs esat svaidīti visu to darīt. Viss. У нас даже, почему Иисус говорил, что вы будете делать даже больше, чем я. Un Jēzus teica, jūs padarīsiet vairāk nekā es. У нас возможности больше, чем у Иисуса и его учеников. Vairāk iespēju nekā Jēzum un viņa mācekļiem. Эти возможности больше. Saprotiet, iespējas ir vairāk. А в современности у нас их вообще миллион. Bet mūsdienās vispār to ir. Нас никто не преследует. Mūs neviens nevajā. Нам вообще никому ничего не нужно доказывать. Mums nevienam nekas nav jāpierāda. Мы живем в демократическом государстве. Mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā. В котором нет смертной казни. Kur nav nāves sodu. Понимаете? Saprotiet. В котором есть адвокаты. Kuros ir advokāti. В котором есть законы, kuros ir lik, в конституции, kur ir likumi, которые защищают наше право mūsu tiesību, быть христианами, būt защищать свою мораль. Un aizstāvēt savu morāli. Но нам только вдуматься, у нас есть все. Mums tikai jāizdomas par to, для mums того, ir чтобы vis, проповедовать lai Евангелие. Mēs varētu sludināt evaņģēliju. У нас есть все. Mums ir viss. Но чего-то нам не хватает. Bet kaut kas mums tomēr trūkst. Нам не хватает отлаженного механизма свидетельства. Mums trūkst laba liecināšanas mehānisma. Нам сегодня не хватает признания людей. Mums šodien trūkst cilvēku atzinība. И мы не можем их в этом обвинять. Un mēs nespējam viņus vainot tajā. Потому что они находятся не во свете. Tāpēc, ka viņi nestaigā gaismā. Они находятся во тьме. Viņi ir tumsā. И знаете, что такое тьма? Un ziniet, kas ir tumsa? Во тьме ты ничего не видишь. Tumsā tu neko neredzi. Во тьме ты только можешь догадываться. Tumsā tu tikai vari nojaust. Что вот это кафедра. Ka šī ir katedra. А может, это и не кафедра. Bet varbūt nemaz nav. Что вот это стакан. Ka šī ir glāze. А может, это и не стакан. Bet varbūt nemaz nav glāze. И во тьме врать легко. Un tumsā ir viegli melot. Особенно, когда ты во тьме долго. It īpaši, ja tumsā esi bijis ilgi. И когда вот этот навык, который говорит Иисус, через навык. Un kad šī maņa, который говорит Павел, ну, Павел говорит в посланиях, что мы навыком различать духовное, приученное. Ka mums ir šī maņa atšķirt Он исчезает у человека во тьме. Tumsā šī maņa cilvēkam pazūd. И поэтому дьяволу легко врать людям. Un tāpēc vēlnam ir vienkārši melot cilvēkiem. Они правды не знают. Viņi nepazīst patiesību. Невозможно обвинить человека, Nav iespējams vainot cilvēku, который не знает истины. Kurš nezina patiesību. В том, что он эту истину должен принять. Tajā, ka viņam šī patiesība jāpieņem. Поэтому нам и нужно показывать разницу. Tādēļ mums arī ir jāparāda между ложью и истиной. Starp meliem un patiesību. И поэтому Господь говорит, что мы есть свет. Tādēļ Dievs saka, mēs esam gaisma. Потому что когда свет светит, Tādēļ, kad gaisma spīd, тьма не имеет власти. Tad tumsai nav varas. Потому что когда свет светит, Tādēļ, kad gaisma spīd, у человека открываются глаза. Cilvēkam atveras acis. И духовные в том числе. Un tā skaitā garīgās. И он видит. Un viņš redz. Положение вещей, как lietu, оно есть на самом деле. Viņš redz lietu patieso stāvokli, kādas tās ir. И вы знаете, давайте откроем Исаия. Un tagad atvērsim Jesajas. 43. Главу. 43. Nodaļu. Вы сегодня что-нибудь получаете? Vai jūs šodien kaut ko saņemat? Слава Богу. Слава Dievам. 43. Глава. 43. Nodaļa. И прочитаем. Un nolasīsim. С 9. Стиха. No 9. Панта. 43. Глава, 9. Стих. Пусть все народы соберутся вместе. И совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правду. Visi pagāni un visas tautas ir sapulcējušās, kas viņu starpā var to pasludināt vai likt uzklausīt agrākos pavēstījumus, lai viņi atved savus lieciniekus, kas to apstiprina, ka tie to dzird un lai viņi saka, tas ir taisnība. Смотрите. Skatieties.
Речь идет Runa iet о неверующих людях. Par neticīgiem cilvēkiem. Господь говорит. Un Dievs saka. Пусть соберутся. Lai viņi sapulcējas. Пусть расскажут. Lai pastāsta. Пусть представят свидетелей. Lai parāda liecinieku. Пусть представят свою правду. Lai parāda savu patiesību. 10. стих. Un 10. Pāns. Говорит. Saka. А мои свидетели. Jūs esat с большой man... буквы. Jūs esat mani liecinieki. Это же говорит Бог. То сака Dievs. Говорит Господь. Tā saka tas Kungs. Вы. Un jūs. И раб мой. Esat mans kalps. Это о пророке. Tas ir par pravieti, которого я избрал, ko es esmu izredzējis, чтобы вы знали, lai jūs to atzīstat, и верили мне, un man ticat, и разумели, что это я, ka es tas esmu, и прежде меня не было Бога, priekš manis neviena cita Dieva nav bijis, и после меня не будет, un pēc manis neviena cita 11. nebūs, 11. Я Господь. Vienīgi es esmu tas Kungs. И нет спасителя, кроме меня. Bez manis nav cita glābēja. Бог чётко показывает разницу. Dievs skaidri parāda šo atšķirību. Двух стихах. Divos pantos. Вся правда о нашем Господе. Visa patiesība par mūsu Dievu. Вы мои свидетели. Jūs esat mani liecinieki. Я избрал вас. Es jūs esmu izredzējis. И вы должны знать одну правду. Un jums ir jāzina viena patiesība. Что я Господь. Ka es esmu Dievs. И нет спасителя, кроме меня. Un nav neviena cita glābēja. Это правда Божья. Tā ir Dieva patiesība. Вот она истина. Te ir tā patiesība. Помещается в двух стихах. Tā ietverta divos pantos. Мы так много говорим об этом. Bet mēs tik daudz par to runājam. А истина помещается в двух стихах. Bet patiesība ietverta divos pantos. И Господь говорит вот этого. Un Dievs saka. Достаточно. Ka ar to ir pietiekami. Когда они соберутся. Kad viņi sapulcēsies. Для того, чтобы показать разницу. Lai parādītu atšķirību. Расскажите мне вашу правду. Pastāstiet man savu patiesību. Расскажите, как вы страдаете. Pastāstiet, kā jūs ciešat. Расскажите, как вы болеете. Pastāstiet, kā jūs slimojat. Расскажите, как вы принимаете наркотики. Pastāstiet, kā jūs lietojat narkotikas. Расскажите, как вы замещаете радость. Pastāstiet, kā izvietojat prieku. Различными препаратами, алкоголем. Dažādiem препаратами, алкоголем. Расскажите, как ваши семьи разваливаются. Pastāstiet, kā jūsu ģimenes sabrūk. Расскажите про войны, которые вы ведете. Pastāstiet par kariem, kuros cīnāties. Par nabadzību. Про страдания. Par ciešanām. И я представлю моих свидетелей. Un es parādīšu savus lieciniekus. Которые расскажут. Kuri pastāstīs. Что я избрал их. Ka es viņus esmu izredzējis. И они отличаются от вас. Un viņi atšķiras no jums ar to. Tikai vienu. То, что я их Бог. Ka es esmu viņu Dievs. И я спаситель. Un es esmu glābējs. У вас нет спасителя. Jums nav glābēja. А у них есть спаситель. Bet viņiem ir glābējs. И давайте еще откроем еще одно место Писания. Un atvērsim vēl vienu rakstvietu. Jāna. Jāņa evaņģēlijas. 17. Glavā. 17. Nodaļa. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļa. Я вчера говорила. Es vakar runāju. Когда служила в Кулдиге. Kad kalpoju Kuldīgā. Что для меня эта глава. Ka man šī nodaļa. Просто такое впечатление. Tāds iespējas. Как будто у меня глаза открылись. Ka man ir atvērušās acis. Я читала Евангелие от Иоанна. Es lasīju Jāņa evaņģēliju. Я могу сказать, оно очень духовное. Un es varu teikt, tas ir ļoti garīgs. И местами эта духовность. Un dažviet šis garīgums. Она делает его трудным для понимания. Tas padara to grūtu saprašanai. Это не просто какие-то истории об Иисусе Христе. Tās nav vienkārši stāsti par Jēzu Kristu. Это духовная история о нём. Tas ir garīgs stāsts par viņu. И 17. Глава. Un 17. Nodaļa. Это молитва первосвященника. Tā ir pirmpriestera lūkšana. Это молитва Иисуса Христа. Tā ir Jēzus Kristus lūkšana. О своих учениках. Par saviem mācekļiem. Ещё раз сделаю акцент. Vēlreiz uzsvēršu. Jēzus Kristus. Jēzus Kristus. Молился о своих учениках. Lūdza par saviem mācekļiem. Господь говорит. Dievs saka. Идите. Ejiet. Проповедуйте. Un sludiniet. Свидетельствуйте. Lieciniet. Ходатайствуйте за людей. Aizlūdziet par cilvēkiem. Bet Jēzus teica. Я 9. стих. 9. Панта. Я о них молю. Es lūdzu par viņiem. Не о всём мире. Es nelūdzu par pasauli. Молю. Но о тех, bet par tiem, которых ты дал мне. Ko tu man esi devis. Знаете, почему он молится о тех, которых Бог дал ему? Ziniet, kādēļ viņš lūdz par tiem, ko Dievs viņam ir devis? Потому что они jo viņi твои.
ir tavi. Иисус сказал, что через его кровь. Viņš teica, ka caur через viņa asinīm, caur krustu. Мы не просто кто-то. Mēs esam nevis vienkārši мы не просто христиане. Mēs neesam kristieši. Какие-то маленькие христосы. Kaut kādi мы не просто люди, которые за дня в день. Nevis vienkārši cilvēki, бьемся kas no за то, чтобы отобразить себе Христа. Lai sevi atainotu Kristu. Стать совершенными. Kļūtu pilnīgi. Вот не грешить. Negrēkotu. Вот чтобы через нас спасались и спасались. Lai caur mums glābtos cilvēki. Tas ir jaunā mērķis. Мы его. Piederam viņam. Мы его. Дети. Mēs esam Господь viņa говорит, bērni. Я вас, es язычника. Pagāns. А мы язычники. Bet mēs esam pagāni. Усыновил. Esmu adoptējis. Через Иисуса. Caur Jēzu Kristu. И поэтому Иисус. Un tādēļ Jēzus. Он заботится. Viņš rūpējas. Потому что Иисус был сыном Божьим. Jo Jēzus bija Dieva dēls. И мы после смерти дети Божьи. Un mēs pēc viņa nāves arī esam это наша Dieva семья. Bērni. Tā ir mūsu ģimene. Наша семья там на небесах. Mūsu ģimene ir tur debesīs. На небесах мой отец. Debesīs ir mans tēvs. На небесах мой отец. Debesīs Знаете, ir mans когда мы поймем это откровение, о том, что на небесах не Бог. Šo atklāsmi, ka debesīs да, на небесах Бог великий, превознесенный, всемогущий. Но этот же Бог, bet šis pats Dievs, это мой отец. Tas ir arī mans tēvs. Иисус говорит, я молю о них, потому что они твои. Jēzus saka, es lūdzu par viņiem, jo viņi ir tavi. Десятый стих. И все мое. Un viss, kas ir mans. Твое. Tas ir tavs. Послушай, тебе Бог говорит. То сказал Dievs. Всё моё. Kas ir mans? Твоё. Tas ir tavs. Мы даже вместить это не можем. Mēs pa to ietilpināt nespējam. Когда я начинаю размышлять. Kad es sāku domāt. О том, что есть у Бога. Par to, kas pieder Dievam. Ну, знаете, максимум, до чего я додумаюсь. Bet maksimums, līdz kā mēs tā. Планета Земля и те звёздочки, которые я вижу. Tā ir планета Zeme. Вместе со всем, что здесь на Земле. Ar visu to, kas te ir plus И то у меня уже всё, коллапс в голове. Un tad viss man ir jau robežas. А у Бога больше, чем. У него вселенная. Dievam pieder viss. У него даже то, о чём я представить не могу. Viņam pieder pat tas, par ko es nespēju iedomāties. У него небеса. Viņam pieder debesis. У него ангелы. Viņam pieder eņģeli. У него небесный Иерусалим. Viņam ir debesu Jeruzaleme. Это только то, что написано в Библии. Tas ir tikai tas, kas rakstīts Bībelē. Я думаю, что есть ещё то, чего не написали в Библии. Un es domāju, ka vēl ir tas, kas te nav aprakstīts. И он говорит: всё моё. Viss, kas ir mans. Твоё. Tas ir tavs. И смотрите дальше. И твое. Un tavs. Моё. Ir mans. И я. Un es esmu. Прославился. Apskaidrots. В них. Viņos. Понимаешь, мы сегодня живём. Saprot, mēs šodien dzīvojam. И мы спрашиваем, какая цель моей жизни? Un prasam, kādas Для ir чего mans мы здесь живём? Mētis? Kādēļ mēs te dzīvojam? Для чего существует человек на земле? Kādēļ uz zemes eksistē cilvēks? Бог сказал, я создал вас. Dievs teica, es esmu radījis jūs. По образу и подобию своему. Pēc sava tēla un līdzības. Всё моё ваше. Viss, kas ir mans, ir jūsu. Вы мои дети. Jūs esat mani bērni. В других местах написано, вы мои наследники. Citās vietās rakstīts, jūs esat mani mantinieki. И вы, Иисус, сам Иисус. Un pats Jēzus. Прославился. Ja, tika pagodināts. В Боге. Dievā. И он говорит, единственная цель вашей жизни. Un vienīgais jūsu dzīves mērķis. Единственная цель. Не вырастить детей. Nevis izaudzināt bērnus. Я не знаю, там сделать что угодно. Это прославлять Бога чем? Pēc своей жизнью. Dievu ar savu dzīvi. Не даже не языком, не ещё чем-то. Мы должны жить так, чтобы tā, эти славные одежды, они просто шлейфом за нами тянулись. Vienkārši viltos aiz mums kā И šleifi. Это касается всего. Un tas attiecas it visu. Это касается сердца. Tas attiecas это касается мышления. Это касается нашего внешнего mūsu вида. Ārējo это касается наших взаимоотношений mūsu друг с другом. Attiecības vienam ar otru, с Богом, ar Dievu, с властями. Ar valdībām, это касается наших финансов. Mūsu финансов. Всего. Tas attiecas uz visu. И давайте перелистнём страницу, та же глава, 22 стих. 22. Пантā. И славу, un to skaidrību, которую ты дал мне. Ko tu man esi devis. Это говорит Иисус. To saka Jēzus. О той славе, которую он получил после того, как прошёл через крест. Runa par to godību, ko viņš ieguva, kad izgāja caur krustu. Я дал им. Es esmu devis viņiem. Вы понимаете? Jūs saprotat?
Мы на крест не ходили. Mēs neesam gājuši uz krustu. Даже не догадываемся, что это такое. Un pat nespējam apjēgt, ko tas nozīmē. И вот та слава, bet tā godība, которую получил Иисус, ko ieguva Jēzus, пройдя через весь этот ужас, izējot caur visām šīm briesmām, не только физически, ne tikai fiziskām, но и духовный в первую очередь. Bet pirmām kārtām garīgām. Победив дьявола. Uzvarot velnu. На его территории. Viņa teritorijā. Вот эта слава. Šī slava. Она сегодня на нас. Tā šodien ir uz мы mums. Мы можем пользоваться. Un mēs varam izmantot šo spēku. Эта слава, она на нас. Šis spēks ir uz Эта mums. Эта власть, она у нас. Šī vara mums pieder. Мы можем этим пользоваться. Mēs varam to izmantot. Мы сознательно этим не пользуемся. Bet mēs apzināti to neizmantojam. И смотрите. Un tālāk. Ты дал и да будут едино. Да будут это 22 стих, короче. Да будут едино. Lai viņi ir viens. Как мы едины. Tāpat kā mēs esam viens. Это момент соединения. Šis ir savienošanas mirklis. Это момент соединения с Богом. Šis ir savienošanas mirklis момент, ar Dievu. Который, это вот, знаете, это момент истины. Tas ir patiesības mirklis. Момент, который все Rieki stikaются в одно. Brīdis, kad visas upes satāk vienā. Жертва Иисуса Христа. Jēzus Kristus upuris. Наша ветхая натура. Mūsu vecais Наше новое творение. Mūsu jaunais radījums. То, что мы приобретаем через это новое творение. Tas, ko mēs iegūstam через šo jauno radījumu. Tas, что mēs esam священники. Tas, ka esam priesteri. То, что мы, у нас есть церковь, врата ада, которые не одолеют. Tas, ka mums ir draudze, kuru vārti nepievarēs. Движение Духа Святого. Svētā gara kustība. Все стекается в одно. Viss ietveras vienā. Он говорит, это все одно. Viņš saka, ka tas viss это мироустройство. Tas ir, устройство мира. А та ir pasaules iekārta. Такое устройство. Tāda iekārta. Которое изначально. Kura sākotnēji. Заложил Бог. Ja tādu ir iekārtojis Dievs. Понимаете? Saprotiet. Совершая то, что Иисус нам поручил, darot to, ko Jēzus mums lika darīt, мы не просто спасаем людей. Mēs nevis vienkārši glābjam cilvēkus, мы восстанавливаем, bet mēs atjaunojam справедливость на этой земле. Taisnību šajā zemē. Мы возвращаем землю, mēs atgriežam zemi, то состояние рая, tajā paradīzes Бог stāvoklī, для нас ее создал. Kā Dievs to radīja sākotnēji. Поймите, это очень важно. Saprotiet, tas ir ļoti svarīgi. Понимаете, я не хочу спасти одного или двух или трех человек. Saprotiet, es nevēlos glābt vienu, Хотя divas, я понимаю, cilvēkus. Что уже там ангелы ликуют. Kaut gan es saprotu, jā, tur eņģeļi līksmo. Почему? Kādēļ? Потому что почему ликуют? Какая Kādēļ радость им от līksmo? Того? Работы меньше. Kāds prieks mazāk darba? Нет. Nē. Ангелы. Эндели. Точно так же, как и Бог. Tāpat kā Dievs. Точно так же, как любая, написано, всякая тварь. Tāpat tās, kā она стенает в ожидании Иисуса Христа. Pēc Jēzus Kristus. Понимаете, Иисус. Saprotiet, Jēzus. Он сказал, я приду сюда. Teica, es nākšu šeit. Но есть определенные условия. Bet ir noteikti apstākļi. Чтобы Иисус пришел. Lai Jēzus varētu atnākt. И он говорит, вам не нужно un viņš saka, jums nevajag. Деяние, когда они спросили, когда придешь, darbi, kad viņam jautāja, когда учитель nāksi, вернешься, kad tu mācīti, он сказал, вам не надо знать времена и сроки. Viņš teica, jums nav jāzina laiki. Когда сойдет на вас kad uz jums nonāks, Дух Святой, Svētais Gars, и вы примете силу, un jūs pieņemsiet и вы будете свидетельствовать мне в Иудее, Самарии до края земли, un līdz pasaules galiem, я приду. Tad es nākšu. Вот и все. Лук arī viss. Вы знаете, все Евангелие, Ziniet, оно действительно простое. Evangelijas, viņš patiesībā ir vienkāršs. Не надо искать подводные камни. Nevajag meklēt zemūdens akmeņus. Иисус говорит, вы меня Jēzus отобразите. Saka, jūs attainojiet только mani. Тогда. Tikai tad. Когда вы будете делать то, что делаю я. Kad jūs darīsiet to, ko daru es. Все инструменты. Visi instrumenti. Я вам дал. Es esmu jums devis. Все обстоятельства. Visus apstākļus. Уж во всяком случае сегодня. Vismaz mūsdienās. Для того, чтобы проповедовать. Lai sludinātu. Свидетельствовать. Liecinātu. Мы имеем. Mums ir tie. Теперь стоит задать вопрос. Tagad atliek uzdot jautājumu. Почему мы этого не видим? Kādēļ mēs to neredzam? Потому что вы знаете? Tāpēc, ka ziniet, перейдем к практическим вещам. Pāriesim pie praktiskām lietām. То, о чем говорят наши пастора. То, tas, par ko runā mūsu mācītāji. Не только здесь. Ne tikai šeit. Не только в Венспилсе. Ne tikai Венспилсе. Или в Риге. Vai Rīgā. А то, что говорят во всем мире. Bet to, ko runā visā pasaulē. А то, что есть определенная система. Par to, ka ir noteikta sistēma. Мы боимся слова система. Mēs baidāmies no Мы говорим, дух двигается, Mēs где сакам, хочет. Gars kustas tur, kur vēlas.
Дух двигается по системе. Bet gars darbojas pēc sistēmas. Дух двигается по Божьей системе. Dievs darbojas Dieva sistēmas ietvaros. У Бога есть принципы. Dievam ir principi. Физика. Физика. Это принципы. Tas ir principi. Химия. Химия. Это принципы. Tie arī ir principi. Притяжение на этой земле. Gravitācija. Мы не летаем в воздухе, мы ходим. Это принципы. Любой принципы. Принцип – это система. Jebkurš princips, tā и я не верю, un es neticu, что Дух Святой Svētais Gars не подчиняется определенной системе. Nepakļaujas noteiktai Если бы sistēmai, так было, ja tā būtu, Библии не существовало бы. Neeksistētu. Не нужен был бы закон. Nebūtu vajadzīgs likums. Он не нужен был бы. Tas nebūtu bijis Иисус сказал, vajadzīgs. Я не пришел teica, закон разрушить, es я пришел его исполнить. Atcelt, es nācu to piepildīt. Иисус оставил Духа Святого. Jēzus atstāja Svēto Garu. И он оставил конкретную систему. Un viņš atstāja noteiktu sistēmu. Он сказал: "Идите". Viņš teica: "Ejiet". Свидетельствуйте. Liecinēt. Показывайте разницу. Rādiet šo atšķirību. Осуждайте дьявола. Nosodiet vēlnu. Обличайте этот мир о грехе. Parādiet vēlnu. Говорите истину Божью. Par grēku, sakiet patiesību. Дух Святой будет на это все сходить. Svētais Gars uz visu Люди to будут nonāk, спасаться, cilvēki glābsies, будут обновляться и возвращаться в то состояние, в котором я создал человека. И все. Cilvēku, это система. Tā ir sistēma. И ничего придумывать не нужно. Un nevajag neko izdomāt. Поэтому, вы знаете, я хочу сегодня молиться. Tātad, es šodien vēlos lūgt. О том, чтобы каждый из нас. Par to, lai katrs no mums. Когда он придёт домой. Kad viņš atnāks mājās. Он сел. Viņš apsēstos. И как взрослый. Un kā pieaudzis. Трезвый христианин. Skaidrs kristietis. Пересмотрел свою жизнь. Pārskatītu savu dzīvi. И понял. Un saprastu. Где? Kur? Происходит сбой. Notiek šī nobīde. Вы знаете? Ziniet. Это не моя проповедь. Šī nav mana svētruna. Это видение, откровение нашего апостола. Šis ir redzējums un atklāsme mūsu apostolim. И когда я его услышала, un kad es to sadzirdēju, впервые, pirmo reizi, у меня прям депрессия началась. Man pilnīgi sākās depresija. Я пришла домой, es atnācu mājās, я поняла, un es sapratu, я же на самом деле не свидетельствую. Es patiesībā neliecinu. Я на самом деле занимаюсь психологией. Es patiesībā nodarbojos ar psiholoģiju. Es atnāku un saku, zini, tev viss ir slikti. Я знаю, как может быть хорошо. Es zinu, kā var būt labi. И человек воспринимает меня как психолога. Un cilvēks mani uztver kā psihologu. Если вдруг что-то не срабатывает в какой-то момент. Pēkšņi kaut kas kādā brīdī nenostrādā. Я не имею морального права. Tad man nav morāls. Сказать. Верь, не отступай, все равно Господь совершит, потому что все люди по-разному живут, по-разному спасаются, и по-разному Господь всех ведет. Dzīvo savādāk, un Dievs viņus ved savādāk. Человек просто говорит, Cilvēks vienkārši saka, не сработало. Nenostrādāja. И уходит. Un aizej. Он даже со мной не ссорится. Viņš pat nestrīdās ar mani. Он просто говорит, не сработало. Viņš vienkārši saka, nenodarbojas. Но если бы у меня было, не то что было бы, оно у меня есть, Bet, и когда я начинаю свидетельствовать, и человека что-то не получается, я прихожу во второй раз и говорю, ты думаешь, у меня сразу получилось? И свидетельствую о том, как я вот эту ситуацию прошла. И человек опять, может быть, где-то сомневается. Ты приходишь, и опять свидетельствуешь. И каждый раз свидетельство заставляет человека держаться Бога. Через твое свидетельство ты человека проведешь этим путем, просто-напросто. Liecību izvedīšu cilvēku pa šo ceļu. Bet ja prišla, ja pereasmyslila, ja uvidila. Es atnācu un es pārdomāju un ieraudzīju šo mīnusu. Ты можешь быть сегодня служителем. Tu vari šodien būt kalpotājs. У тебя нормальное сердце. Tev var būt laba sirds. Ты все понимаешь. Tu visu saproti. Ты хочешь, чтобы люди спасались. Tu gribi, lai cilvēki glābjas. Понимаете, мы все хотим, чтобы пришло пробуждение. Mēs visi gribam, lai atnāk atmoda. И поверьте, не только в Латвии. Un ne tikai Latvijā. Я вообще хочу, чтобы везде все пробудились. Es gribētu, lai visur visi atmodas un visi būtu laimīgi. Все были христиане. Visi būtu kristieši. Я не выбирала своему ребенку школу, чтобы там, не дай Бог, не рассказывали о ранней сексуализации. Es neizvēlējos skolu tā, lai tur nestāstītu par šo pāragro seksualizāciju. Я тоже хочу жить в обществе. Un es arī gribu dzīvot sabiedrībā. Которым я могу пойти куда-то выпить кофе. Kurā es varu doties kaut kur iedzert kafiju. И там не будет пьяной молодёжи. Un tur nebūs piedzērusies jaunatne. Я не хочу ходить в больницы. Es negribu iet uz slimnīcām. И молиться за умирающих. Un lūgt par tiem, kas mirst. Я не хочу этого. Es to nevēlos. Я это делаю. Bet es to daru. Но я не хочу этого делать. Bet es nevēlos я мечтаю. Darīt. Un es sapņoju. Я радуюсь. Un es priecājos. Знаете, я радуюсь. Ziniet, когда я вечером приезжаю в старую Ригу. Kad es aizbraucu uz veco Rīgu.
10 часов. Un 10 stundas. Все пивные заведения. Visas dzertuves. Закрыты. Ir aizvērtas. Я радуюсь. Es par to priecājos. Потому что это работа Божья. Tāpēc, ka tas ir Dieva darbs. Потому что Библия об этом говорит. Tāpēc, ka Bībele par to не упиваться секерой. Nepiedzerties. Я радуюсь, когда вижу хотя бы хоть какое-то зерно измененного общества. Kad redzu vismaz kādu graudiņu no mainītās sabiedrības. Но в каждом из нас есть какая-то проблема. Bet katrā no mums ir kāda problēma. И если мы ее решим, un ja mēs to atrisināsim, просто сравним себя. Vienkārši salīdzināsim с той моделью, которая должна быть. Ar to modeli, kādam ir jābūt. Мы просто, я верю в это. Tad es ticu. Я в это верю. Es tam ticu. Мы увидим изменения. Mēs ieraudzīsim atšķirību. Просто колоссальные. Колоссальные. Причём очень короткое время. Pēc tam ļoti īsā laika posmā. Я в это верю. Es tam ticu. Почему? Kādēļ? Потому что об этом. Tāpēc, ka par to. Сказал. Ir pateicis. Мой Господь. Mans Dievs. И мой учитель. Un mans skolotājs. Тот, который меня этому научил. Tas, kurš mani tam ir iemācījis. Я в это верю. Es tam ticu. Поэтому давайте встанем. Tādēļ tagad piecelsimies. И мы будем молиться. Mēs lūgsim. О том, чтобы наше сердце. Par to, lai mūsu sirds. Стало мягким. Kļūtu mīksta. И оно было способно. Un tas būtu провести этот анализ. И veikt šo analīzi. Отец, я благодарю тебя. Tēvs, es tev pateicos. За это слово. Par šo vārdu. Я благодарю тебя. Es tev pateicos. Дух Святой. Svētais Gars. За то, что ты именно так преподнёс это. Par to, ka tu tieši tā to pasniedzi. И именно этой церкви. Un tieši šai draudzē. И отец, я верю. Un Tēvs, es ticu. Что это произведёт сверхъестественную работу. Ka tas veiks pārdabisku darbu. В жизни каждого человека, который был на этом служении. Ik viena cilvēka dzīvē, kas bija Бог, šajā dievkalpojumā. Dievs, es zinu. Что ты мечтаешь. Ka tu sapņo. О том, чтобы каждая жизнь на этом месте to, viens šajā vietā была явлением Твоей славы. Šī dzīve pagodinātu tevi. Поэтому я сегодня молюсь Tādēļ es šodien и ходатайствую un aizlūdzu за тех, кого Ты мне дал в этот день. Par tiem, ko tu Отец, я молюсь за то, dienā. Чтобы Дух Святой es lūdzu, lai Svētais наполнял их, piepilda viņus, пребывал в них, mājot совершал viņos, свою работу. Darītu savu darbu. И чтобы Господь эта слава, Un, Dievs, lai šī slava, этот успех, šī izdošanās, это письмо Христово, šī Kristus vēstule, оно было всеми читаемо. Lai tā tiktu visiem lasāma. И сейчас Господь, Un šobrīd, просто kungs, Дух Святой, Svētais Gars, вы знаете, если у кого-то расположилось сердце, ziniet, ja kādam sird, tāda sirds и ты чувствуешь внутри, iekšienē, что то, что, о чем сегодня было проповедано, оно отзывается Kad в твоем сердце. Par ko выходи, мы будем молиться, iznāca priekšā, mēs чтобы lūksim, Господь сверхъестественно убрал это, lai Dievs pārdabiskā и ты стал другим человеком. Novāk, un tu par citu если cilvēku. Можно прославление. Если ты сегодня действительно хочешь, ja чтобы это слово, vēlies, lai šis vārds, оно сработало lai в твоей жизни, dzīvē, иди сюда, и мы будем молиться вместе. Un mēs lūksim kopā. За то, чтобы ты был славой Божьей. Par to, lai tu būtu Dieva slavā. Отображал ее в себе. Lai tu atainotu šo slavu sevi. Сейчас молитесь на языках. Tagad lūdziet mēlēs. Углубляйте себя. Iedziļinieties sevi. Ищите. Un meklējiet. Господь сказал, ищите, и вы найдете. Dievs teica, meklējiet, стучите, un jūs и вам откроют. Klavējiet, un jums tiks просите, atvērts. И вам дастся. Lūdziet, un jums tiks dots. То, о чем мы сегодня говорим, tas, это, ko mēs šodien это наша runājam, жизнь. Tas ir mūsu dzīves. Это то, что дает нам tas, жить. Tas ir tas, kas mums Аллилуйя, Господь, славим Тебя. Mēs slavējam Tevi. Мы превозносим Тебя. Mēs paaugstinam Tavu vārdu. Мы молим Тебя, Отец. Mēs lūdzam Tevi, Tēvs. Господь, покажи нам то, чего мы не понимаем. Rādi mums to, ko mēs nesaprotam. Открой наше сердце. Atver mūsu sirdi. Пусть будет наш разум открыт. Lai mūsu saprāts ir atvērts. Чтобы понять, кем ты нас видишь. Lai saprastu, kā tu mūs redzi. И что конкретно ты от нас хочешь. Un ko konkrēti tu no mums vēlies. Мы не хотим быть людьми mēs бесполезными. Cilvēki. Господь, мы не хотим быть, как та засохшая ветка на смоковнице, которую однажды отрежут и выбросят в огонь. Мы не хотим быть деревом,
плоды для Твоего царства. Мы хотим быть послушными детьми. Мы хотим делать угодное пред лицом Твоим. Мы нуждаемся в Твоей славе. Господь, покажи нам свою славу. Dievs, parādi mums savu slavu. Покажи нам свою славу. Parādi mums savu slavu. Здесь, сегодня. Šeit un šodien. Пусть придет эта атмосфера. Lai atnāk šī atmosfēra. Твоей славы. Tavas godības. Твоего присутствия. Tavas klātbūtnes. Твоей любви. Tavas mīlestības. Твоей мудрости. Tavas gudrības. Отец, я молю Тебя. Dievs, es Tevi lūdzu. О мудрости.